по победе. Ничья в основное время по пенальти Динамо. Всем привет, с вами Андрей Хорев и снова влог, так что для вас это будет интересно, надеюсь, и по традиции мы снова идем к Максиму. Поехали. Ты снимаешь, что ли? Это Дима. Здорово. Да, он у нас, короче, появится на канале. Да. Скоро появлюсь, ждите, обязательно. Да, это Максим. Здрасте. Через несколько там, наверное, через часик где-то Свят потянется. Мы сейчас идем за билетами. Через часик, блин, через да, два. Да, ну через два. Короче, сегодня 1:32. Шансов мало, но мы поболеем. Мы к огню. А, это бухгалтерия? Вот он. Молодец. Вот, а вот смотри, смотри. Молодец. Это не даст. Это не пидорас. Он себя в Nike придет. Где Диму? Диму! Кто победит? Динамо, конечно, Барнаул. Это такой. Это такой, кто победит? Динамо. Максим такой. Кто победит? Я в основное время по пенальти Динамо. Челлендж, кто найдет быстрее воду? Я пиво нашел, там стирал. Блин, нечестно, Димон первый идет. Зато я пиво первый нашел. Ты посмотри, что это. Тампон. Свят, мы нашли тебе подарок. И ты только вставляешь картинку. Что это? Мои девчонки. Что, смотрел? Да. Я поклонник канала конкретный. Не то, что это, да, я говорю, смотрел? Нет. Ты что, начни смотреть видео, которого смотришь? Нет. Я их скидываю сначала в эту, в ВКонтакте. Но они потом в линии. Оу май! Ребят, мы ждем тебя здесь. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Да мне тут нифига не слышно. Дай. Привет, Свят. Алло. Алло. Ты где? Хорошо. Ты куда подъедешь? К стадиону? Ну все, это как будешь там, типа, или сядешь, или как подъедешь, позвонишь, если что, Максим. Все, давай, на матч вот. Розыгрыш, потом наколол. Ой, ёб ты нахуй, остановился, блядь. Спасибо. Ты номера снимаешь на сразу. Мы идем в Эльдорадо. Можно воду открыть и полить. Он заколил воды. Короче. Сейчас зашли, когда мы минут 10 или сколько, ну минут 6, наверное, там простояли. Дима такой говорит, сейчас открою воду и тут все налью им. Охранник после этого стал за нами следить и, короче, до конца. Так, теперь пошли. Ты рыбу хотел посмотреть. Окончание 4 квартал 2018. Дай телефон. По плану в действительности. А если бы ёбнулся? Да, я прикинул бы телефон. О, я тут не был. Итак. Сейчас мы подойдем, и вы увидите, как нужно ремонтировать. О, так вот ты где. А я думаю, да. И монтаж. Падай. Да. Ой, блин. Слезь. Да. Короче, как нужно ремонтировать здание и потратить на это где-то 5000. Ты понял? Да ты не булькай! Вот как надо! Красиво, да? Заброшка, мне нравится заброшка. Смотри, как нейтрализуешь камеры, ты все складываешь. Фух. Осталось чуть-чуть.
О, все, мы... паровоз. Это называется, как мы сходили на матч. Не, ну зашибись. И ради этого мы сюда почему? Да. Я пойду помочь. Можно, короче, слышишь? Туды, там еще вид на речной. Пошли. Не спускаешь. А потом зачем церковь, я помолюсь, чтобы такого больше не было. Красотей! Короче, давайте так. С вас 20 лайков. Дим, 20 хватит? 20 тысяч. Нормально, нормально. Да, 20 лайков. И мы пойдем в следующий раз вон туды. Я не знаю, как это вам показать, чтобы, блядь, видно было. Вон, там, короче, да? Run. Run. Нужно ставить 1xbet, надежный букмекер, 1xbet, высокие коэффициенты, 1xbet, 1xbet, ссылочка в описании. Димон, на кого, где ты ставишь? 1xbet, 1xbet, ссылочка в описании, лучший букмекер, переходите. Давайте наберем 50 лайков для Димы, поддержим его. Спасибо. Все-таки он за спорт. Спасибо, за ЗОЖ. Да, за спорт, да. То-то видео не вышло, вот оно твое легендарное возвращение. Стой, для Кыргыз. Почему? Ой. Белорус с двумя С. Да. Пошлите в магазин. Пошлите. Здорово, сидим в Киевсим. Ждем, пока Максим закажет что-нибудь. Сейчас пошел тоже на халяву заказывать. Да, Димон. Свет на халяву заказывает. Ну, а как он по-другому? Да. Идешь. Ты готова? Нет. Сейчас дай мяско. Вот это. Макну. Да дай. Да, дай макну. Дай макну. Да дай мне макнуть. Из рта у него. Спасибо. Я плюнул на него. А чё руку-то вытираю, хоть от слюни уже? Ты от мяса. Вон здесь надо было на чемпионате мира собраться. Вон на тех бы телеках смотрели. Это пока? Нет, это шутит. Ты иди. А у тебя чё? 302. Короче, иди сюда. Сейчас какая-то вообще хуйня зашла. Нам сказали, что нам нету 16 лет, а его пустили, сядь. Ну, он действительно как-то выглядит постарше нас. Но это просто дичь. Сядь, победим? Да. О! А почему у наших фамилий нет? Став Пец, этого я слышал где-то. О, Тен. Тен. А чё Тен 22-й? Где? Там у них Тен 22-й, вон он, Тен. А лысый за нас, да? А? Лысый за нас. Какой? Какой-нибудь. Какой? Где есть лысый, те побеждают. Да. Когда нет. Слушай, у нас... Чё мы не выиграем? Капитан или кто? Карюкин. Капитан? Да. Красава. Имано! Давай. Я так тебе. Главный контент. Вот это. Если слушай, это звук побитый. Лоскетиль был капитаном, значит. 35-й тоже. Куда отдать? Кому положить? Слушай, я не понимаю, ребята. А кому? А вам отдать? Хорошо. А Динамо где эта штука? А Динамовская? Динамовская нет штуки? Ребята, где? Слушай, что, куда что мне было? Положить этот вымпел? Ребята, что мне давать? В какой команде есть лысый? Ничего не знаем. Ребята, мне что-то же надо дать. А, ладно, тебе отдам. На, кому тебе? Ну ты возьмешь, нет. Слышу. В какой команде есть лысый, та выиграет. Если судья лысый, то судья выиграет. Такой перчатку что не снял? Блин. О, фотку. Давай, мне, да, позируй. За кого судья, тот и вы. Не
чё он пузатый? Даёшь честное судейство. На осмотре. Мы их рассекретили. Кто-то из окна смотрит. Динамо чемпион! Мы его не знаем. Давай! Третий защитник летит. Пусат, посмотри, вдруг он сейчас вот так вот сделает. Так... Не, он сейчас не забьет. Вдруг будет, а? Седьмой, Дмитрий Сасин. Давай! Короче, сейчас идет 15 минут и могут быть серии пенальти. Ждем, Дима? Ждем, верим. Ждем. Свят, ты хочешь серию пенальти? Надо выиграть. Ну лучше, да, в основном. Короче, прям болеем вообще. Ой, Максим побухивает. Да. Да ты Света покажи, как он болит. О, ё-моё, махач надо. Верим, болеем, ждем. Ой, понесло. Осталось 4 минуты до пенальти. Не поддерживай. 4 минуты, Свят! Давай. Чё у вас там за мах? Повернись. Надо держаться. Блядь! Я зачитил. Это не решающий счет? Нет. Да! Блять! А вот счет решающий. Да. Счет решающий. О! Да! Хорош! Да! 4-4! Держимся, держимся. Да! Мы тебя с ним... Ой! А чё Корюкин не бьёт? А чё Корюкин не бьёт? Да! То есть прикинь, в четвертьфинал выйдем. Че счет не поменяли, козлы? Дима такой, че счет? Ну что ж, теперь ожидаем жеребьевки. Скоро мы узнаем, какой футбольный клуб премьер-лиги приедет в наш город. Да! У нас! Идем! Арлинг, Анже надо! Сейчас будет заруба с репортером. Да, нет, Тихо, уходим. Подожди, давай подождем. Ты позвони пока.
А я сказал! Я тебя выложу, обез... Пойдем сюда остановку. Падай, а ты, в смысле, мы тебя довезем. Вау! Мужики! Дай, дай, дай! Молодец, все. Молодец! Молодец, все. Красавчик.